Алло, алло, сука, ты с улицы как Элмо? Я с улицы Иркутска, поверь мне, тут тебя кинут на деньги. Паришь на сэмпл, не смейся, ты не на стендап. Блин, зом. Первая песня с альбома. Офигеть, это реально интересно. Блин, зом. Ну надо еще Шиноби обязательно сделать клип. Тут уже перстень снимается в этой песенке. Не, это реально, там текст, все вообще очень стильная, короче, песня. Какой клип будет, блин, интересно. Тут не глядя можно ставить, потому что песню уже знаю. Офигенная, да. Я как Stone Island, но мне эти патчи. Мой круг очень узкий, круги под глазами, но в карманах пачки. Это история в файлах, я современный писатель. Знаю, как было на дне, я был глубоко как спасатель. Облака подала, сука, на мне прилегла. Почему все решили, что я помню имена? Чтобы быть реальный вас, мне не нужен криминал. Мне не нужно продавать, ты не знаешь за меня. Ты не знаешь за меня. Делаю дело, но не на камеру, как блогер. Белец на мне, они танцуют, как тиктокер. Вижу, ты из клуба, я помножился на копии. Сам на рядом бабки, а бабка, как после ограбления банка. Заряжен, как Драко, Драко. На бой стреляй и пока. Диггери, диггери, вак, вак. Были сейчас сломан. Со мной добрый, как Тампа. Я приемный, как флакон. Собрал эти кольца, как Соник. Пик пинает, как Софер. В руках этот стик, будто джойстик. Но я еще не о консоли. Надо мной долбанный куб по CCTV на входе. Камера не распознает мой профиль. Я в слепой зоне. Я снова проснусь этой пушкой. Хочу, чтоб оппы уснули. Миссию выполнить трудно, чтобы это было без звука. Начальная часть мне снится. Кэш тяжелый, как сумо. С колоды, как Джокер. И гром закрытого клуба. Пау-пау. Карта на мне как холдер. Опа, скинь мой номер. Блин, где бы такой перстень реально заказать? Он офигенный. Чтобы ходить и понтоваться с ним. Да, хотя бы копию, хотя бы бутер бы какой-то заказать. Было бы офигенно. Это что? Игрок закрытого клуба. Это история файлов. Это я бережно храню ее как нашу тайну, и часть которой мог найти ты в каждом файле. Не, ну все офигенно, все просто на высоте. Может быть, даже жаль, что очень коротко. Минуту бы на три бы еще растянуть. Еще там типа вставить. Но оно, блин, много не бывает хорошего. Как бы да, это реально все-таки его дрил, как бы это настоящий бриллиант, короче. Обла это. О, вы подписаны, кстати. Я даже подписан. Просто я. А, ну да, это же этот канал. Я просто думал, с того смотрю. Все верно. Ну да. Что написано? Еще бы Шиноби, короче, клипец тоже. Такая основная песня. Блин, ну что, молодец. Вот реально делаешь стиль. Делаешь стиль, красавец. И если ты, братишка, смотришь реакцию, то зацени, пожалуйста, обладает Шиноби кавер на ютубе мой, на канале Гопников.